Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest Защита башенок. И в первую очередь я зайду в тренировку. И, конечно же, будем забирать наших бойцов. Отлично. Ах ты, никого нам не прибавили. Почему так кисло, а, ребят? В чем проблема, не могу понять. Ну, давай зайдем в магазин, есть что-нибудь бесплатное-то? Ага. Губежки раскатил. Ребят, смотрите, у нас скоро 64 уровень может получиться, если мы сегодня постараемся. Так, что у нас здесь по друзьям? Давайте глянем. Ёлки ты палки, совсем чуть-чуть не хватает для того, чтобы получить подарок. Ну, как же так-то? На арене. Ага, все, я понял. 63 уровень против 74-х. Нет уж, спасибо большое, как-нибудь перебьемся. Ну что же, друзья, наверное, пора нам отправляться на сюжеточку. Ёлки-палки, Нефритовая долина, собственной персоной. И, ах, тут только начало. Ладно, в принципе, я думаю, мы справимся, да? 65-й, 67-й уровень против моих 63-х. И я возьму, знаете кого? Скорее всего, вот этих вот ребят. Да, это будет самое оптимальное. Поехали! Не будем, как говорится, давать спуску врагу. А будем полностью его дрючить по полной программе. Так, куда ты? Эй, ты куда, родной? Ничего себе ты шустрый малый, однако. Так, давай, молотильщик, наказывай. Все, пока нормуль. Надо кого вызвать-то, я даже не знаю. Надо нам поднакопить манны, вот что. И будем вызывать еще ниндзю. Ну, тигр уже здесь, я думаю, ничего нам не сделает, хотя... А вот это вот это было сделано зря. Зря, конечно, ты, братишка, вот так вот шуткуешь. Это тебе не в пользу, ты же знаешь. Ну, базенку будем бомбить или нет? Или будем любоваться на нее? Давай, родные, прожариваем. Есть! Ну что, тут ничего не скажешь. Первая победа, она и на то первая, чтобы быть легкой. Переходим с вами на второй раунд. И кто у нас добавляется здесь? Ага, храмовый пес. А я... Слушайте, я даже Джаггера почему-то в этот момент не вызвал. Просто не было даже шанса. Тогда оставляем эту команду. Слушайте, ну Джаггер меня устраивает. Очень даже хороший боец. А самое главное, что когда его подбивает, у него есть возможность впасть в стазис, где он может отхиляться. Ну, кто там? Пес твой выбежит или кого-то там на меня пошлешь? Нет, ага, вот так вот, значит. Ладно. Ладушки, я согласен. Блин, он будет меня сейчас спамить. А хотя у него ничего не получится. Давайте еще голема вызовем. И уже пора нам Джаггера вызывать. А вот так вот сделаем. Памс. Все, победа. Тихо, карточку отдай. Карточку еще захотел у меня забрать. Слушайте, ну таким темпом мы, скорее всего, с вами получим уровень очень быстро. Ой, ой-ой-ой. Здесь Ронин. Ну, по крайней мере, у него 4 звезды. Ох, я что-то немножко сомневаюсь в своей команде. Ронин у нас бегун, да? Раннер, так скажем. Может быть... кого же взять-то, а? Но здесь у меня молотильщик, здесь ниндзя. В принципе, мы должны здесь справиться. Вот единственное, знаете, что плохо? Когда он будет вызывать вот этих вот копейщиков, они же дешевые, и Ронин, в принципе, тоже дешевый. Если он будет их сейчас двоих вызывать постоянно, я не знаю, кем мне тут противостоять. Если только здесь слишком тяжелая колода. Здесь у нас, как сказать, нормальная, но щитоносец и... Самурай, может быть, попробовать? Давайте попробуем вот этой колодой. Вдруг у нас получится. У нас колода, вот эта вот именно колода, она балансовая. Тут есть и дешевые карты, и очень тяжелые. Вот про это я вам и говорил. То есть вот так вот нам придется с вами поступать. Ох ты! Отлично, это хорошо, что у меня самурай впал в неистовство. Это единственное, что меня спасло сейчас в данный момент. Вот, щитоносец оглушает, это уже плюс. А вот то, что вышел тигр, это большой минус. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да деньги дай сюда. Вот я и думал, что будет спамить, ребят.
Я здесь, по-моему... Хотя, подожди секунду. Может быть, все-таки как-то прорвемся. Слушай, есть маленький шансик, есть. Тигр, блин, тигр. Да где мой суперудар? Когда он... давай, быстрее. Тигр, это вам не шуточки. Ага. Вот, все, отлично. Ураганчик получили еще. Ух. Слушайте, ну, опасно было, очень опасно. Пора вызывать баллисту. Так, баллиста, давай-ка. Сейчас ты мне здесь должен помочь. Если главный тигр при смерти не выпустит дух. А он это любит делать. Нет, по-моему, обошлось. Ну что же, тогда победа, скорее всего, за нами. Хотя минута осталась, надо пошевеливаться. Пошевеливаемся, ребятули. Давай разносим ему базу. Тигр, иди отсюда. Бомби он свою базу лучше. Так, я вызываю еще одного баллисту. 40 секунд у нас осталось, всего лишь-то. Да вы будете, блин, бомбить базу-то, че вы там... Все, сейчас разбомбим уже. Ну, есть. Фух, тяжело было, но справились. Ай. Я аж бедный перенервничал. Так, ну что же, у нас предпоследняя миссия. Здесь, ой, а вот здесь вот плохо. Здесь у нас появляется ниндзя. Ниндзя это коварный. Но зато нету... зато нету Ронина. Слушайте, это может нам сыграть на руку. А если я возьму, предположим, вот эту вот колоду? Дорогая она, конечно, эта колодочка. Но эффективная. Слушайте, ну, наверное, мы все-таки будем вот это играть. Ниндзя, да, она очень много нам принесет бед в этом раунде, поверьте мне. Сейчас мы в этом будем лично убеждаться. Хотя, если мы поспешим и как-то, не знаю, чудом, если только опередим его. Так, ну что, давайте начнем вот с голема. А вслед за големом надо отпускать, наверное, Джаггера. Вот так вот сделаем. Оу, смотри-ка, что он сделал. Он вызвал сразу тигра. Ничего, вот это поворот. Вот это, ребята, я вам скажу, поворот охрененный. Фаербол, срочно фаербол нужен. Вот так-то. Давай, подойди, да звездани ты ей. Ай, нет, не получается. К сожалению, блин. Слушай, меня сейчас, по-моему, тут раздавят. Игра еще подлагивать начинает. Что, специально, что ли, это все? Да куда ты побежал-то, дурень? Ой, дурила, блин, да, этот Джаггер просто дурила. Кого он там испугался, я не понимаю. Да получите вы все. Ну, естественно, вызывается душа тигра, которая уничтожает всех моих юнитов. Ну, как же без этого-то? Ребята, я вам говорил, что ниндзя здесь будет жесть. Вот и смотрите результат, что она вытворяет. Слушайте, мне придется здесь тратить гемы. Поверьте мне, другого варианта я пока не вижу. Надо было мне, конечно, энергии побольше накопить. Да. Хорошо, попытаемся как-нибудь сейчас с вами здесь выкрутиться. Идите отсюда нафиг. Давай, родные, быстрее подходите. Они в ближнем бою, ниндзя, ничего себе не представляют. Но вот в дальнем, да, им равных нету. Так, Джаггер мой бомбит. Вы можете сказать, нечестно, да, потратил гемы. Ребят, а по-вашему честно, когда 67 уровень против 62 или 63? Это по-вашему честно? Я думаю, что нет. Так что я имею право один разочек использовать помощь кристаллов. Фух. Тем более это в наших интересах. Нам нужно получить с вами уровень по любасику сегодня. Смотрим, кто здесь. Ёпрст, Ронин. Богиня света, опять же ниндзя. Ой, вот здесь уже будет действительно сложно. Очень сложно. Хм. И как нам здесь противостоять? Нет, конечно, мы можем с вами взять ведьму. Но сможет ли вот эта вот колода выстоять против его нового спама? Мы пока не проверим. Мы не узнаем, ведь так? Я обычно так говорю. Вот знаете, что мне не нравится? Что у меня здесь некро 63 уровня. И ладно уровень, то что у нее 3 звезды. Вот
это меня больше всего пугает. Она слабенькая. Но зато здесь сильная ведьма. Ладно, попробуем разочек, да, с вами? Один разочек. Просто, как говорится, убедиться, прав я или не прав. Если колода не покатит, то нам придется с вами искать альтернативу. Кое у нас не так уж и много, если брать уж поэтому. Ладно. Так, копим, копим, ребята, копим. Я знаю, что здесь будет босс. О, нет, 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 нет. Сейчас снесет, да? С удара. С удара он снес. Ты представляешь? Вот так вот. О чем тут вообще можно говорить, ребят? О чем? Базу сейчас снесут. Ть. Ладно. Поехали. Кого он там вызывает? Сейчас мы, сейчас, ребят, сделаем вот так вот с вами. Ага. Другого варианта я пока не вижу. Если мы хотим побеждать, нам придется... Ну, хитрить, а что делать-то? Ёпрст, да как ты так... Да как ты... А, ну, в принципе, все нормально, ребят. Все хорошо. Сейчас я вызову тоже, надеюсь, вызову ведьму. Если я успею. А мне почему-то кажется, что я не успею. Или успею. Одна-то она здесь справится. В принципе, должна. Есть, испугалась. Богинька света-то испугалась, как мы видим. Так, давай-давай-давай, наказываем. Караем. Да не меня карать-то надо, ёпрста, а их. Да ну, успокойтесь. Ты посмотри, что творит, а. Ты посмотри, что творит. Ну-ка, некро, выходи. Да хоть кого-нибудь подбомбите. Есть. У-ху. Ну что, родные, получили свое? Получили то, что заслужили, а? Говнюки. Вот так-то вот. Будете знать, как брать меня своим хай-левелом. Треси. И нету ниндзи. Фух, ну что же, бомбим, ребята, бомбим базенку. Ведьма, давай там своих этих зомбарей вызывай, пожалуйста. Прошу тебя. Не останавливайся. Е! Да, ребята. Я вам скажу, это было сложно. Да. За одну игру я уже два раза воспользовался помощью кристаллов. Можно сказать, что это и нечестно, но я считаю, что это справедливо. Я должен как-то выкручиваться, и другого варианта я не видел. Я мог бы переиграть, но при этом мне пришлось бы потратить энергию. Ох, переходим на следующую карту, ребят. Сейчас мы заберем только сундук. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну что же, всадник на журавле, в принципе, неплохо, я считаю. И у нас фабрика, завод по изготовлению роботов, якобы. И, в принципе, у нас осталось-то только два материка. Это роботы и нежить. Ну что же, поехали. 68 и 67 уровень. Ну, кто бы мог сомневаться, что именно вот такие левлы будут у нас уже встречаться. Значит, здесь у нас щитоносец и ФГБ, да? БФГ. Угу. Если я возьму вот этих вот... Подожди, мне нужно брать тех, у кого энергии больше. Попробуем вот этой колодой. Рискнем, как говорится, здоровьем. А вдруг прокатит? Блин, единственное, что здесь, конечно, очень маленькое расстояние между базами. Навряд ли мы сейчас успеем здесь. Если вызовем паладина, тогда мы... сможем пройти. Паладин, паладин, паладин. Ну, есть, паладинчик вышел. Хорошо, это уже плюс. Дальше вызываем щитоносца. Так, самурай. Да ладно, блин. Еще один щитоносец. И суперудар, поехали. Ага, ага. Получил свое. Ну, здесь, ребят, скорее всего, мы выиграем. Хотя не факт. Да нет, должны, должны. Сейчас будем потихоньку разбирать. Баллиста прикрывает. Летунов у него нету, так что все. Ничего у него не получится. Я еще вызову самурая. Тут уже и суперудар на подходе. По красоте. Так, дай мне сюда карточку. Суперудар. Да что ж такое-то? Че он только одного подбил и все, и закончился. Блин, мы еще даже базу не бомбим, вы представляете? Квест завершен. Демонтаж. Демонтаж чего? Или кого?
Ух, ну вот. Вот он, ребята, сладкая победа сейчас будет. Это первый уровень только лишь. Ну, если эти деньги только заберу. Победушка. Блин, когда мы там левел-то получим, а? Кто мне скажет? Давайте посмотрим, сколько нам осталось там до того, чтобы получить все-таки уровень. Да не надо мне вот это. Слушайте, совсем немножечко. Тут у нас квесты, кстати, завершились, да? Один взяли, ладушки. Кстати, у нас ежедневное испытание. Можно посмотреть, какое? Награды. Башня Рощи. Ой, не-не-не-не-не. Здесь бесполезно, ребят, я уже пробовал. Я вам скажу, что меня там разбирает. Ну там все пятизвездочные персонажи. И уровень, причем, очень высокий. Меня разбирает там с полтычка. Это не вариант там драться. Ладно, продолжаем нашу сюжеточку. И смотрим. Ох ты, здесь уже молотильщик появляется, да? Тогда нам придется с вами брать вот эту вот колоду. Здесь у нас ниндзя. Да, именно этими бригадами мы с вами должны одолеть врага. Или же проиграть. У нас выбор невелик. Либо мы выигрываем, либо... Да иди ты! Как ты так быстро-то? А ну-ка. Давай-давай-давай-давай, кроши его, кроши. Хорошо. Мне Джаггер нужен. Ребята, мне здесь нужен Джаггернаут. Все, я вызвал его. Так, и прикрываем его, наверное, ниндзей. Давай, ниндзюля, пошла, 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 ниндзя. Слушай, они достали. Вот. Погоди-ка. О, хорошо-то как сейчас было. Сейчас было по красоте. Так, молотильщик, иди отсюда. Не нервируй меня, муля. Давай еще ниндзю вызовем. И, пожалуй... Давай голема. Голем нужен. Как танкуля. Упс, упс. Вот это был поворот. Вот это был поворот сейчас. Хорошо, тогда вызываем Джаггернаута. Джаггернаута. А если вот так вот? Хе-хе-хе. Да выеживались там. Забились в уголку, а? Ух, мы наносим урон. А, нет. Я думал, что мы базу бомбим. Но ничего подобного. Потому что Нахламонов здесь повызывал своих. Сейчас разберем, не волнуйтесь. Сейчас у нас все будет хорошо. Так, щитоносец. Самый мерзко-пакостный юнит, мне кажется. Вот, да? Стоит, своим щитом прикрывается. Он дешевый и в то же время такой довольно-таки сильный. Хох, ну что же. Отлично. Что я могу сказать? Мы двигаемся с вами далее. Уровня еще пока не светит нам почему-то. Йо, просто ты пятизвездочный? Да ладно. И бомбер здесь. Ёпарасоте. Хм. Смотрите, бомбер, щитоносец и БФГ. Но БФГ пятизвездочный, плюс 68 уровень. Так, что же нам сделать? Может быть, вот этих вот взять? А почему бы нет? Давайте попробуем. Ну что, он меня своими щитоносцами будет спамить? Я сомневаюсь. Вряд ли у него этот фокус получится. А вот бомбером, да, бомбер может тут задолбать нам. Хорошо, мы с вами будем вызывать мага-воина. В первую очередь, поехали. Бородавочник, если что, может подсобить нам. Причем довольно неплохо. Согласитесь. О, да он еще и промахнулся. Так, а вот БФГ вышел, блин. Ну-ка, 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 давай. Ох, бородавочник хорошо сработал. Вообще шикарно он сработал. А ну-ка, идите сюда. Что-то как-то хреновенько, ребята. Смотрите, что БФГ делает. Неужели он? Нет, мне показалось. Ну-ну-ну-ну-ну, пробиваем, пробиваем. Что-то нифига у нас не получается. Ой-ой-ой. Так, тихо, тихо, тихо. Бородавочник еле идет. Еле идет. Ну, уничтожьте вы этого. Все, отлично. Так, давай-ка, некро. Твой выход. Я не могу понять, почему у меня маг-воин так сл... Ну, понятное дело, конечно. Это же у нас пятизвездочный персонаж. Слушай, мы когда-нибудь с вами ведьму-то вызовем или нет? Что-то я про нее и забыл, если честно. Что ведьма-то у меня есть. Надо копить на нее это, во-первых.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ёпрсты, давай что-нибудь такое замутим-то. А что мы тут замутим, я не знаю. Вот так вот есть только. О, хорошо. Заморозка. Слушайте, заморозка нам просто сейчас вот очень сильно помогла. Иначе меня бы, наверное, разбомбили. Так, теперь я буду копить на ведьму. Время 43 секунды у нас на все про все. Ведьмишка, давай, родная, выходи, моя прелесть. Пошла, 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 прелесть. Ну прям сама красота, ё-моё. Нет, ну как воин, она вообще великолепна. Так, давай этих вызывай, зомбарей своих. Я тебе немножко помогу даже здесь. Вот так разобраться с этими охламонами. Блин, 19 секунд. Я боюсь, что мы с вами, скорее всего, не успеем. Черт подери, это будет обидно. 13 секунд. Давайте быстрее, ну. Ну, ударьте там. Блин, я не знаю, ну, хоть что-нибудь там сделать. Слив. Слив по времени, ребят. Да, слив из-за времени. Да чтоб тебя. Придется переигрывать, а куда деваться-то? Вы знаете, что я на меньше не согласен. Это для меня не победа. Это то же самое, что проиграть. Правила игры у меня изменились. Есть! Да! Да-да-да-да-да. Вот это называется красота. 64 уровень. Ребят, поздравляю нас всех. Ну и себя, конечно же, больше всего. Фух. Максимальная энергия 16 гемов и 96 тысяч голды. Ну что же, а теперь давайте посмотрим. Я их повышу, естественно. И надеюсь, что они теперь будут немножечко посильнее и покажут, где раки зимуют всем этим нашим недругам. Ой, по красоте. Обожаю апаться. Так, давай сюда. Ну что же. Так, теперь вот это тоже у нас основная команда. Так, здесь маленько модификацию я какой-то квест завершил. Не знаю, что это за модификация такая. У меня очень мало денег осталось. 30 тысяч всего лишь, а мне нужно апаться и апаться еще. Ёпрсте. Да, печалька. Ладно. Все, это, по-моему, последний, да? Угу, больше не хватает, к сожалению, ребят. Ну ладно, и на этом спасибо. Два гемчика забрали. Ну что же, 64 уровень, это уже все-таки хорошо. У них 68. То есть разрыв в 4 уровня. Поехали, начнем опять же с этой миссии. Так, кого я брал-то? Вот этих вот, да? Да, вот эти у меня были. Давайте проверим, насколько мы стали круче и лучше. Сейчас будем задавать им трепочку, а? Раздухарились. Нам главное пройти сегодня вот этот вот весь материк. Там у нас еще нежить ожидает впереди. Так что не стоит об этом забывать. А что он никого не вызывает? Ага. Только сказал, что никого не вызывает, и на тебе. Поперли. Ну, сноси этого бомбера к ядрене фени. Хорошо, давай посмотрим. Ну, как бы хорошо и в то же время не очень. Так, сносим их. Смотри-ка. Очень даже как-то легко проходим. Может быть, мне так кажется? Сам себе тут накрутил чего-то непонятного. Бородавочник, ты как? Готов? Блин, еле идет. В принципе, это уже не важно. Смотрите, мы уже базу колошматим. Вовсю. Ну? Давай, 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 пробиваем. Есть. Ну, ребят, не знаю, хотите верьте, хотите нет, но я все-таки чувствую, насколько вот прибавились у нас силенки, и в мощах мы стали сильнее. Пробиваем намного лучше, чем было до этого, до повышения уровня. Фух, предпоследний этап, поехали. Тут у нас, ой-ой-ой-ой-ой, хилбот появляется. Смотрим, прикидываем, хилбот, кого он тут может лечить? Танка в принципе нету, БФГ если только будет лечить. БФГ в чем у него проблема? Что он, блин, гаденыш выстреливает и отпрыгивает. То есть его не так легко поймать. Но если бы у нас, предположим, здесь был бы оборотень. Кстати, оборотень. Ага. А что если мы сейчас с вами вместо, например, некро, возьмем именно нашего прыгуна? А ну-ка, давайте-ка попробуем. Кстати, у нас он же у нас не прапанный, да? Да, по-моему, он не прапанный. Сейчас глянем. Так, убираем некро отсюда. И... Прыгун, ты где?
Покажись. Вот он прыгун. У него 62 уровень пока, к сожалению. Ладно, мы сейчас его быстренько апнем. Сколько мы сможем? Один разок всего лишь. Хорошо, 63-й. 63-й уровень он у нас получает. Зачем я сюда взял прыгуна вместо некра? Некра, в принципе, хороша, да, я ничего не говорю. Но у нее 3 звезды. А у прыгуна-то у нас сколько? 4. Ну и к тому же он перепрыгивает. Он будет уничтожать у меня хилботов. В принципе, только из-за этого я беру его. Проверим, прав я или нет. И заодно, кстати, он может очень неплохо фармить БФГ. Они же любят у нас отпрыгивать. Выстрелят, отпрыгнут. И в этот момент мой прыгун может их очень хорошо подсекать. Хорошо, давай проверим. Да, он, конечно, недешево стоит, но я думаю, что он стоит этого. Опс, 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 не надо, не надо вот этого вот. Блин, как ты не вовремя, а? Да-да-да, именно прыгун нам здесь нужен, давай. Ну, хилбота есть, отлично, завалил хилбота. Хе-хе-хе-хе. Да, но БФГ тут выделывается, а мы вот так сделаем. Ну, что ты на это скажешь? А, он ничего не скажет. Все, их там коротнуло по-черному. Деньги только отдай сюда. Так-так-так-так-так, пробиваем, прожимаем. Блин, хилбот, ты достал уже, а? Ну, вали-вали-вали его. Есть, хилбот упал. Вот, вот, в принципе, и тактика работает моя. Давайте, наверное, еще. Да ёпростый, откат слишком большой. Что там за проблема, я не могу понять. А если вот так вот? А? Чего сразу сморщились-то все? Не понравилось, да? Бедняжкам. Ладно. Ой, ураганчик. Как раз вовремя. Все, что нужно для нас. Игра прям благоволит нам. Вот, можно так это сказать. Тихо, тихо, тихо. Родной, молотильщик, успокойся. Блин, мы что-то как-то не можем с вами продвинуться-то к базе. Он спамит и спамит. Постоянно причем. Вот, пошел, пошел разбор. А ну-ка. Хе-хе-хе. Вот так-то. Отлично, ребята, тактика работает, все хорошо. БФГ нам не в указ. Ну, щитоносцы тоже не в указ. Все, победа. Поехали дальше. У нас последний этап. И тут, наверное, термина... А, нет. Ёлки-палки, ядерный робот. Пятизвездочный, на максималку, ребят, прокачанный. Так, что у нас тут? У нас молотильщика нет, у нас БФГ, да, у нас хилбот. То есть вариантов нету, оставляем вот эту вот команду. Поехали. Блин, ну, конечно, ядерный робот. Это мощная заявочка, ребят, очень мощная. Ведьма, ты сможешь его, интересно, заспамить? Если один на один или нет? Что-то мне как-то сомнения берут. Причем большие. Опс, погоди-ка, погоди-ка. Хилбот вместе с щитоносом. Вот это вот хорошую-то комбу взял, братюнь. Так, что же нам? Давай бородавочника возьмем. Бородавочника возьмем. Вот так вот. Так, карточку отдайте. А теперь вот так делаем. Копим, копим. Ребят, нам обязательно нужен... Нужна, точнее, нужна ведьма. Фух. Ядерный бот, если сейчас он выпустит его... Ух, это будет плохо. Есть, я вызвал ведьму, ребят. Вызвал, вот она, радость моя сейчас пойдет. Ну, стопудово он вызовет сейчас ядерного робота. Что-то не вызывает. Ты посмотри. Вот, 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 вот он пошел. Но я думаю, что в базе его хана сейчас будет. Как всегда, ничего у него не получилось. Слишком медлительный этот робот. Ну что же, я нас поздравляю. Мы получаем с вами сундук робота. И... Блин, ну вот почему вы все время сюда мне подкидываете этого бомбера? Неужели другого нету? Вот БФГ давали бы. Нет, дают мне вот все время бомбера. И ядерный робот. Ой, ребята, у нас с вами осталась последняя локация. Нежить, если мы ее проходим, мы с вами отправимся в 43-й, да, телепорт? Нет, 44-й там будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну давайте посмотрим, кто у нас здесь. Ага, зомби. То есть два зомби. Один камикадзе, но другой такой. Хм.
оба идут из разряда спама. То есть они очень дешевые и быстро фармятся. Так, ну давай сделаем вот так вот. Вот этим отрядом пойдем. Я думаю, что молотильщик должен хоть как-то противостоять его армаде этих никчемных зомбарей. Так, ага, вышел. Давай попробуем ниндзю. Ой, зря, по-моему. Зря я, блин. Ну, да я просто не успел, ребят. Не успел, к сожалению. Нанес он урон. Ай-яй-яй. Было глупо, конечно, но я попытался. Я посмотрел. Надо было вызывать нам все-таки молотильщика. Он бы справился. Наверное, да? Должен был справиться. Зачем, зачем я сейчас фаербол потратил? Вот дурила, а. Ой, дурила, дурила я. Минус. Но здесь я ускоряюсь, ребят, потому что нужно будет переигрывать. Это не вариант. Мне так не устраивает. Давай. Ниндзя, бомби. Фаербол. Так, карточка, деньги. Это все мое, никому не отдам. Так, энергия. Смотри, что происходит. Ты посмотри, что происходит. Что за дела-то? Я не понял. Эй, родные, вы не попутали рамсы-то? Я добиваю. Блин, хотел в базу стрельнуть. Ничего не получилось. Слушай, да ты посмотри, как он достал своим спамом. Да, ребята. Слушай, что-то как-то не вариант. Идите нафиг. 15 секунд. Только не говорите, что я еще и по времени сольюсь. Нет, по-моему, здесь придется нам вообще другую команду брать. Это не вариант. Вы видели, как все жестко? Он спамил и спамил, бесконечно причем. А если взять вот этих? А успеют ли они у меня, а? Он же сейчас вызовет вот этого зомбика на первых порах, и все. Давай попробуем вот этой командой. Глупо, конечно, но попробуем. Поехали. Да-да-да, я знаю, что сейчас буду вызывать своего зомби. Я вызываю щитоносца. Потом я должен вызвать, по идее, самурая. Давай. Слушай, ну щитоносец очень хорошо держит удар. Блин, а вот это сейчас взорвет всех. Ох, как это было больно, блин. Да ее просто опять наносит урон. Да чтоб тебя, а? Слушай, что за фигня? Как быть-то тогда нам, а? Я пока, честно говоря, даже не знаю. Так, я опять ускоряюсь, потому что, ну, ересь. Ересь получается какая-то сплошная. Этот камикадзе взрывной, блин, всю малину портит, вот честно вам говорю. Слушай, да ты посмотри, он достал своим спамом, эй! Эй, чу... Сейчас еще и базу нам разбомбят, ребят, базу разбомбят. Нет, не, это не то все. Это все, это только первый уровень, я не могу пройти. Жесть какая-то, блин. Слишком медленные и слишком дорогие здесь юниты. Не пойдет. Эта колода мне не нравится. Блин, что по поводу этой колоды? Тут все дорого у нас. Вот это самая оптимальная, получается, колода. Вообще, самый оптимал. Слушайте, надо еще пробовать ей проходить. Давай, переигрываем. Тут вся проблема, знаете, в ком? Вот в этом вот взрывном зомби. Он всю малину нам портит. Сейчас попробуем его обмануть. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Да успеешь ты. Фу. Смотри, взрывник идет. Идет взрывник, блин. Так, мне нужен джаггер. Вот, фу. Я, слушайте, думаю, что джаггер здесь должен справиться. Просто опять этот идет, а? Давай так вот сделаем, ну и он нафиг. Так, сейчас, сейчас, отлежись, родной. Восстановись, пожалуйста, я тебя прошу. Джаггер, давай, 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 родной. Ты мне нужен. Я еще одного вызову. О! Отлично. Наверное, все-таки мы здесь выиграем. Потому что уже пробили, как говорится, его оборону.
естественно, естественно, взрыв. А вот так вот если... А? Что ты сразу скукожился? Все самое то. Е, ребята. Да. Надо было просто немножечко хорошо продумать нашу тактику. И, как видите, победа за нами. О-оу. Блин. Я с этим-то еле справлялся. На тебе, как говорится, получи еще и когтистого. Ну, энергия есть, поэтому... Слушай, это же когтистый. У него потом при смерти отлетает голова, да? Он дальников уничтожает. Ладно, посмотрим, как он тут справится с нами. И должен ли он справиться вообще. Расстояние, ну, приличное. Поэтому я должен накопить, наверное, себе на Джаггера. Ёп, просто здесь придется вот так вот делать. Да чтоб тебя, ты достал уже, а? Давай, 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 Джаггер. Да ну, хорош, блин. Он когтистого вызвал. Так, давай, ниндзя, в помощь. Ниндзя, в помощь. Ой, как хорошо Джаггер-то здесь стоит. Просто по красоте. Молодец. Слушай, а мне нравится. Мне нравится, как мы здесь играем. Смотри. Блин. А, и взрывник, взрывник, ну. Ты посмотри, какой он урон наносит. Офигеть можно. Просто можно офигеть. Так, ладно. Мои два этих джиггернаута в отключке. А если заморозка? А если еще и фаербол? Есть шанс, ребята, есть. Ну, расхерачим базу-то ему. Должны расхерачить. Да давай ты иди отсюда, паршивец. Когтистый, ты нам здесь не в указ. Все, ребят, по-моему, победа за нами. Ну, е. Прямо аж отлегло, как камень, знаете, с души упал. Ну-ка, что у нас тут? Банши, банши, угу. Крикунья, которая атакует своим криком всех. Но зато, смотрите, они четырехзвездочные. Разница у нас в 4-5 уровней. А если мы с вами возьмем вот эту вот команду? Все-таки расстояние там увеличилось. Я думаю, что мы должны вот справиться здесь. Я хочу, честно говоря, пофармить. Не пофармить, повызывать ведьму, чтобы она поспамила своих зомбарей. Мне бы что-то она поперла, вот если честно. Кстати, тут недавно играл с друидкой. Ну, босс друидка. О, я вам скажу, она жесткая. Она жесткая за счет своих вот этих вот тотемов, которые она призывает. Так, слушай, а вот это вот как-то не вовремя. Это очень не вовремя. Блин, куда ты сейчас перепрыгнешь? Ай, да хоть кто-нибудь-то... Пипец, блин. Мне даже некого было вызвать, блин. Не хватило энергии. Вот это же, вот это называется, блин, колода. Ладно, ускоряемся. Называется колода, блин, супермощная. Слишком дорогая. То есть, если ты кого-то вызвал, то будь добр, жди полчаса, пока у тебя накопится энергия. Для того, чтобы... Ну, зато мы... Угу. Зато мы, говорю, победили. Но сейчас победим. Нет, переигрываем. Это не вариант. Фигня какая-то полнейшая. Какой-то несчастный зомби подошел и просто мне базенку не уничтожил, а коснулся. А если я вот эту возьму? Ну-ка, давай попробуем. Тут нас может спасти очень офигенно баллиста. Угу. Именно он. И никто другой. Так, ну что, у меня здесь есть щитоносец. Да у меня также есть и этот. В принципе, тоже неплохо паладинчик-то. Блин. Ну, здесь придется вот так вот сделать. Я просто не хочу вызывать... Этот сейчас всех все равно снесет взрывом своим. Поверьте мне. Бумс. Взрыв, блин. А ты-то куда прешь, а? Банши. Ё-моё, ну суперудар. Ты будешь долго... Давай, давай. Вот так. Вот так. И вот так. Да, отлично, ребята. Ну, баллиста, стреляй. Этого зомби надо уничтожать. Вот так вот. Ой, как мне нравится баллиста. Так, теперь вот банши бы тебе как-то забомбить надо, родной мой. Ой, в ней сколько там? Два... А, три выстрела придется делать, чтобы ее убить. Ну что ж, для этого нам понадобится, наверное, еще... Тихо, а давай-ка вот так сделаем.
Еще одна баллиста нужна. И тогда все будет хорошо у нас. Вот так вот. Все, хана базе. Базе будет сейчас хана. Я вызываю щитоносца. Ну, это уже так, ребят, чисто для подкрепления. Хотя я больше чем уверен, что никто ему здесь уже не поможет. Если мы еще вызовем баллисту, то тут будет вообще просто разрыв головного мозга у врага у нашего. Есть. Да-да-да, именно так и должно быть. Ну что же, предпоследний этап. Слушайте, ну это все-таки лучшее, я считаю, да, из нежити. Потому что там же есть у него колода, где чумная летучая мышь, некро. Вот там вот, да, там жестко. А это, я считаю, так, легенькое. Вот единственное, что меня здесь смущает, это прыгун. Прыгун нам здесь нафиг не нужен, в принципе. Что делать будем? Какую колоду будем здесь применять? Наверное, вот эту вот. Поехали. Почему именно эту? Беру только за счет Джаггера. За счет его двойной способности. А способность у него вторая, ну я уже говорил, я уже замучился повторять, что он впадает в стазис. Опс, смотри, смотри, опа, она перепрыгнула, но здесь-то. Слушай, он без скорости, поэтому я думаю, что мой голем с ним справится. Не вариант, но справляется. Опс, а вот это плохо, когтистый вышел. Когтистый вышел собственной персоной. Ладно. Вот еще один. Куда ты разогнался, родной мой? Я специально фаербол для этого дела придержал. Блин. Ай. Так, вот здесь уже точно нужен Джаггер. Иначе проиграем, ребят. Куда ты, блин? Сейчас разнесет мне голема. Нет, голем выдержал, странно. И странно, и хорошо. Я бы это так сказал. Блин, да где же... А, ё-моё, я жду Джаггера, ребят. Я жду Джаггера. И это было бесполезно, потому что у меня энергии на него не хватало. Вот в чем соль-то была вся, а. Давай, родной. Фух, я его вызвал все-таки. И я вызвал Джаггернаута. Ускоряемся. Так. Ну... Джаггер, ну не надо там тупить. Все, его разобрали, да? Его разобрали, к сожалению. Големыч. Да что там такое происходит? Я не понимаю. В чем проблема-то? Е, всех троих снесли. Хе-хе. Молотильщик отработал на славу. И главное, что вовремя. Так, 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 давай еще одному ниндзю. И, блин, да куда ты прыгаешь? Куда ты побежал? Фух, я успел, да? Я успел, ребята, я успел. Давай, молотильчик. Нужно Джаггера нам. Нам нужен Джаггер. Так, карточку отдайте только. Ну, радость моя, не подведи папочку. Пожалуйста, пробомбите ему базу. Иди отсюда. Так, зомби, когтистый. Опять вся эта шваль повыходила, а? Ну? Как же ты медленно бомбишь, Джаггер. Ты должен бомбить, как я не знаю кто. Есть. Ну что же, у нас с вами осталась одна миссия до завершения вот этого, мать, не понял. А мы, погоди-ка секунду, ребята, а мы что, с вами не успели? Хорошо, давайте мы попробуем для начала вот это. Оу, нет, только не жнец. Пахай звездам, ё-моё. У него все звезды, ребят. Вы знаете, что значит? Это значит, звездец у меня будет. Я возьму тогда что? Что я возьму? Я возьму длинный отпуск. Я не знаю. Он же сейчас будет из моих ребят делать себе офигенную вспомогалку, да? Он будет делать нежить. Хорошо, я попробую вот этой командой. Ну, это, по-моему, нереально. Это будет нереально сложно. Я думаю, что даже ведьма здесь мне не поможет. Хотя, кто его знает. Нужнец, пятизвездочный, 69 уровня. Это, блин, ну это серьезная заявка, конечно. Очень серьезная. Так, ладно.
Давай, маг-воин. Если бы у мага у моего почаще бы срабатывало отражение, цены бы ей, блин, не было. Вот, вот как сейчас. Ну, твою маковку. Так, 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 подожди, подожди, давай вот так вот сделаем. А зачем я это сделал? Зачем я вот... Ой, дурила. О, оборотень против оборотня. Так, ладно, давай посмотрим. Бородавочник, выходи. Отлично. Слушай, а он ведь копит, он копит энергию, ребята. Я ведь знаю, что ему нужен жнец. И он вышел, и он вышел. Что сейчас будет? Сейчас будет жесть. Ну-ка, попробуем вот так вот сделать. Ну, ведьма, надеюсь, ты меня не подведешь. Ёпрасоте, что? Офигенно. Ты посмотри, что с моей базой произошло. А если заморозим? Да ну, это нереально, ребят. Это жнец просто непобедимый. Как я его должен тут бомбить? Давай вот так попробуем еще. Глуп, конечно, но все-таки все... Все способы, ребят, хороши здесь. Все, абсолютно. С удара сносит мага-воина. Переигрываем. Я так не... Я не готов сдаваться, ребят. Не готов. Фух, все или ничего, как говорится, да? Так, давай, давай, ведьмочка. Ты, главное, наспам побольше вот этих вот зомбиков. Зомбики — это сила наша в данный момент. Он сейчас вызовет. Он сейчас вызовет, ребята. Или не вызовет? Не, не успеет, по-моему, он. Ничего ж. Да давайте вы бомбите базу. Нет, тут стоят, там сопли жуют. Есть. Ну что же, нам, ребята, только нужно переиграть один уровень. Вот этот вот. В принципе, ничего сложного я в нем не вижу. И как я продинамил вот эту вот вспышку. А, по времени, да? По времени мы слились. Хорошо, ладно. Давай, поехали. Я должен, должен выиграть. Мне нужны именно три вот эти вот бонусика, чтобы получить полный реворд, полную награду, фулочку, как говорится. Но что-то никого не вызывает, странно. Ага, все, я понял. Я понял, что он делает. Так, мне нужен... Ну-ка. Ой, ой. Давай, 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 давай. Тьфу ты. Понятно, все, ускоряемся, ребят. Ну, продинамил. Продинамил, ничего не сделаешь. Так, ладно. Слушайте, ну этот говнюк достал мне на самом деле. Вот этот вот прыгун вражеский. Ага, конечно, конечно. Разогнался, блин. Вот так вот получил. Всех сносит просто, блин. Когда у него этот супер прыжок, чертов, он всех на своем пути сносит. Ага, так, нормулька. Слушай, ну здесь вот молотильщик очень хорошо срабатывает. Как ни странно, блин. Давай, 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 прожариваем. Давай, Джаггер, очухивайся. Как ты долго там спишь, а? Вот на самом деле долго спит и все, ничего не сделаешь с этим. Ну. Деньги даже не успеваю подобрать, ё-моё. Слушай, мы что, опять с вами по времени не успели? Да, ребят, серьезно, мы с вами не успели по времени. Офигеть. А что ж тогда делать, как быть? Хм. Кем тогда бомбить-то его, а? Кто мне скажет? Ладно, давай попробуем немножечко другой вариант. Тут у нас энергии нет, здесь, кстати, тоже нет энергии. Ага, только лишь здесь осталось. Ну, придется нам вот этой вот командой проходить. Как говорится, выбор сам за себя пал. Поехали. Значит, здесь оборотни, прыгуны эти, да, которые нам, кстати, больше всего дискомфорта и приносят, между прочим. Блин, колода-то какая дорогущая, ребят. Колода дорогущая, на самом деле, вам говорю. Сейчас прыжок будет, да? Оп, а мы здесь вот так вот. Опачки, нежданчик, да, такой для него. Выходит у нас самурайчик.
Так, ладно, эти зомби. А мы зомбарей вот так попробуем. О, круто. Давай баллисту вызовем. Блин, прыгун, прыгун, не вовремя. Эй. Ух, повезло-то как сейчас в данный момент. Вообще крупно повезло. Блин, а чё баллиста так бомбишь-то слабо? А? Радость ты моя. Чё за дела-то? Нет, 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 нет. Так, прикрой баллисту, пожалуйста. Хрен ты, блин, прикрыл. Хрен он прикрыл баллисту нам. Так, ладно. Заморозка, заморозка, заморозка. Упс. Хе-хе-хе-хе. Прыгунчик обосрался. Блин, и мы тут тоже обделались. Ах. Давай, баллиста. Нет, тут надо три баллисты. И причем они должны быть прикрыты у нас, понимаете? Их просто так отправлять... Ну, одних нету смысла. Нужно прикрывать постоянно. Это очень тяжело сделать. Так, так, так. Уже лучше. По времени 54 секунды. Успеем, нет? Как думаете? У меня какие-то сомнения какие-то берут. Ну, постараемся. Да сдохните вы уже там, а! Давай, 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 давай. Пробегаем, пробиваем. Я не знаю, что делаем. Все, что угодно. Только не прыгун, только не прыгун. Блин, конечно же прыгун. Кого он там бьет? Не знаю, кого он там бьет. Но мои, по-моему, баллисты живы. Блин, 24 секунды. 24 секунды. 19 секунд. Я на время смотрю, ребят. Меня ничего не волнует, только время сейчас. Давай, 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 родные. Ну постарайтесь. Да что ж вы, блин, без защиты остались. Есть. Карточка, погоди, погоди. Фух, куда ты полетел от меня, радость моя. Фух, ребятули. Вот. Вот это я называю вырвал победу. Забираем сундук и смотрим. Ух ты. Ха. Зомби с надгробием дали мне. И 12 банши. Ну здесь-то, ну что вот это такое? Ну, ребят, ну согласитесь, бред. Ай, пагода. Ну что же, летим с вами в следующий телепорт, где будет еще сложнее, еще жестче. И где Рэй очередную пачку нервов оставит. Но это уже, ребят, будет в следующей серии. Так что, всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. We'll be right back.